Доброе утро, друзья! Намасте! Приветствуем вас на канале «Видкрытый», передача «Hello Body». Сегодня с вами Олег Калиновский, и мы с вами разберем несколько комплексов по йоге. Ну, йога у нас не только для тела, она в первую очередь для, конечно, ума и для души, но в здоровом теле здоровый дух. Поэтому сегодня начнем. Начну с небольшой такой мудрости. Однажды пришел ученик к учителю и спрашивает: «Учитель, а чего мне не хватает для совершенства?» И он говорит: «Тебе не хватает всего 2 сантиметра». Ученик ходил, думал, что же за 2 сантиметра. Подходит на него и говорит: «Учитель, я не понять, какие 2 сантиметра?» Он говорит: «Вот эти». Вот этим мы начнем важную такую тему, что надо держать ровную спинку по жизни. Ровная спина – залог правильных ровных мыслей и залог правильного хорошего настроения. Поэтому мы устраиваемся поудобнее. Это можно практиковать как отдельно, как практика псового комплекса, а также как в повседневной жизни, в ходьбе, в сидении. Садимся на седалищные косточки. Ноги желательно, конечно, поджать под себя. Сложить в лотос, если, конечно, вы очень хотите. Вот, можно поднять немножко, усесться так на седалищные косточки, потянуться макушкой вверх, подбородок подтянуть поближе к шее. И мы должны ощутить одну линию натяжения. От копчика до макушки мы постоянно натягиваемся. Это одна линия натяжения. И вторая, очень важная, с которой мы будем работать, это от плеча до плеча. Вот у нас есть плечи, они у нас поднимаются, ходят в стороны, опускаются, но также они могут стараться вытягиваться в разные стороны. Вот. Вот эти две линии натяжения, это как бы идет залог правильной ровной спины. Но как только что-то одно выходит из-под контроля, сразу вся спина сгибается, или мы теряем осанку. Ну, современная жизнь человека такая, что мы постоянно либо в телефон смотрим, либо сумки носим, и у нас закрепощение происходит здесь между лопатками. Вот. У нас часто у многих болит спина именно в области лопаток. Поэтому для того, чтобы она не болела, мы делаем несколько упражнений и при этом все время подбородок держим в тонусе, называется такая ретракция. Вот. А макушкой мы вытягиваемся. Давайте сделаем вместе с дыханием несколько упражнений для шеи. На вдох мы будем делать наклон назад, на выдохе наклон вперед. Но при этом мы сохраняем ровную натяженность спины. Наклон назад, вдох. Подбородок подтянут, на вдохе раскрывается грудная клетка пошире. И вперед, выдох. Здесь мы тоже стараемся вытянуться, делать натянутым спину. Назад, вдох. И вперед, выдох. Назад, вдох. И вперед, выдох. Продолжаем делать эти движения, но при этом мы еще стараемся плечи раскрывать как можно шире. То есть мы больше даже не шеей делаем наклоны, а всей спину. Далее подтягиваем подбородок к шее, тянемся макушкой вверх, вытягиваемся. Как деревья тоже тянутся к солнцу, как все растения тянутся вверх, так же самое и мы должны тоже тянуться вверх, к высшему чему-то. Подтянут подбородок к груди, и мы делаем наклоны стороны в сторону. Тоже наклон на выдохе, а вытяжение на вдохе. На вдохе натянулись, и наклон в правую сторону, выдох. Правое ухо тянется вниз, левое ухо тянется вверх. Левое плечо тоже тянется вниз, и мы стараемся здесь вытянуть поясницу. То есть мы не должны кукожить спину и как можно ниже потянуться головой. Мы должны по дуге с вытянутой спиной делать эти наклоны. Наклон головой вверх, вдох. И в левую сторону выдох. Здесь мы тоже вытягиваемся левым ухом вниз, правым ухом вверх. Подбородок подтянут к шее. Поясница ровная, и правое плечо тянется вниз. При таком положении у нас будет укрепляться и раскрепощаться вся спина. Тянемся макушкой вверх, вдох. И выдох. Вверх, вдох. И выдох. Вверх, вдох. И выдох. Хорошо. Следующее упражнение для разминки шеи и спины – это повороты головы. Но обычно, если нам надо посмотреть назад, оглянуться, обычно люди смотрят вот так. Они оглядываются вот так.
Но правильный физиологический поворот головой это будет, если мы потянем подбородок и будем смотреть вот так, как через плечо. Это будет помогать нашей шее быть здоровой и сильной. Поэтому сделаем несколько таких поворотов. Делаем глубокий вдох. И поворот в правую сторону за подбородком. Выдох. При этом остается натянутая поясница, плечи пошире раскрыты. Возвращаемся вверх. Вдох. И выдох. Вверх. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Хорошо. Еще важное упражнение для шеи, с чего стоит бы начать. Это такое зачерпывание, называем его мы. Ретракция, в которой мы на вдохе вытягиваемся подбородком вперед, а на выдохе мы его подтягиваем к шее и вытягиваемся назад. При этом у нас здесь ощущение, словно мы затылком от чего-то отталкиваемся, и вся спина у нас ровная. И мы продолжаем делать такое зачерпывание. Так же самое мы делаем то же самое в другую сторону. Мы вытянулись, вдох. И на выдохе мы согнулись. Затем как вытягиваемся за подбородком. И по верхней амплитуде возвращаем обратно подбородок. Вот. Вот базовые упражнения для шеи, которые для вас безопасны, в отличие от какого-то вращения. И правило в йоге такое, что главный принцип йоги – это ахимса, не насилие. Это значит, что мы не должны совершать насилие над собой, над своим телом. В отличие от спорта, йога должна восстанавливать. Поэтому здесь мы должны сначала выражать внутри ощущения, а за ощущением должно идти движение. К примеру, я ощущаю, как оно, когда я вытягиваю спину. Я пытаюсь вызвать себе это ощущение, а потом за ощущением я вытягиваюсь. Я хочу вытянуться вперед, потянуться подбородком. Ощущаю, как бы чувствовала моя поясница, если бы я вытянулся вперед. Отслеживаю эти ощущения, и потом за ними я вытягиваюсь. Вот такие вот принципы осознанных движений. Не там, где мы бездумно очень быстро шевелимся, а там, где мы делаем аккуратно все и осознанно. Каждый должен находить свой ритм для движений. Кому-то нужно разогреться, тогда более динамично, кому-то надо расслабиться, тогда более спокойно. Но в любом случае не забывайте о том, что ровная должна быть спина, расправленные плечи и хорошее настроение и глубокое растянутое дыхание. Благодарю всех за занятия и напомним о том, что будьте всегда с ровной спиной, в здоровом теле здоровый дух, а в ровной спине идут ровные мысли, спокойные и целеустремленные. С вами был Олег Калиновский и маленькое небольшое такое занятие по йоге. Смотрите нас на YouTube, ну или по телевизору. Всех благ!